Вот такая вот коллекция пасхальных цыплят. Вот. Курчата. Вот такие вот. Ризнокольоровые. Ну, разноцветные. Как сказать, вот. Они вот у меня коллекция, я не знаю. Цвета видно вроде бы как. Идеально, вот. Я их сейчас покажу. Вот. При конце видео, конечно, покажу их. Ну, на фото. Просто вставлю в конце видео фото. И покажу, как они получились на фото. Потому что тут, конечно, красиво будет не только их показать, но и более красиво как-то пасхальное фото вставить, думал. Сейчас первым делом я хочу показать вот цыплят. Они вот сидят в своей подставочке, у каждой есть свое место, вот. У каждого птенчика есть свое место, у каждого цыпленка, вот. Я сейчас достану каждого цыпленка. Достану каждого цыпленка и начну показывать. Вот. Цыпленок голубой. Голубой цыпленок, но его мы не ломаем, не платим. Он такой сделан, какой он сделан. Вот. Поэтому любим и ценим. Потому что для меня это очень важны эти милые цыплята, они вот для души, для настроения, вот очень приятно, очень нравится. Я их покупал просто потому, не важно сколько они стоят, важно, что они очень много настроения дают, вот хорошего. Вот дальше показываю, вот это цыпленок желтый, вот желтый цыпленок, вот. Цыпленок вот желтый, вот чуть-чуть покажу, вот это голубой цыпленок, он вот так вот красиво сделан. Я их покажу еще потом попозже в конце, когда буду садить назад. Это желтый цыпленок, это вот, какой-то такой вот голубой как бы цыпленок, вот. Это цыпленок зеленый, вот. Зеленый цыпленок. Вот такой вот красивый. Всего цыплят 10. Всего 10 цыплят. И вот этот вот такой зеленый цвет. Ой. Что вообще произошло? Так. Небольшая заминка. Что вообще произошло? Какая-то такая муть пошла. Ну, на профессиональных камерах муть бывает. Это уже не от меня зависит, вот. Потому что, когда камера не профессиональная, она изначально дает муть. Но на этой мути можно видеть, что вообще происходит. А когда это профессиональная камера, то она по ходу съемки делает муть. Неизвестно почему, неизвестно когда. Поэтому вот тут я буду показывать, как оно есть. Вот это желтый цыпленок, он вот не такой вот, как тот. Ну, немного не так сделан. Немного вот. Вот такие вот красивые цыплята, вот. Цыплята вот такие вот красивые, вот. Это вот зеленый вот цыпленок, вот. Опять. Вот. Показываю, вот он. Но тоже видно, у него тут хвостик. Видно. Вот. Такой вот красивый цыпленок. У каждого цыпленка. Я сейчас покажу детально. Носик. Носик разный, клювик. Клювик разный. Поэтому вот так вот. Ничего не монтирую. Показываю, как оно есть. Что я хотел показать. Вот.
У них вот такие разные клювы. Вот так вот красиво. Вот. Я немножко понял. Вот такие вот клювы у них. Ну, красивые вот. Сблизка их так показывать. Вообще очень красиво. Очень-очень красиво. Вот. Поэтому это настолько вот красиво, что для души вот, что главное вот, белый цыпленок он вот такой вот, ну, цыплята они довольно маленькие, поэтому сказать, что я их как-то сильно держу, что если я его взял в пальцы, то его не видно, то тут это, ну, такое дело спорное. Чтоб не хочу их сильно сжимать, чтобы не испортить. Вот. Это. Вот. Такой вот цыпленок, вот он. Красивый вот такой розовый. Ну, это не совсем розовый, но я не знаю, как точно этот цвет вот называется. Вот. Возможно, если у вас цвет не видно точно, то вы подумаете какой-то белый. Но это, он не белый. Он белый, он даже не похож. Но почему-то, когда через камеру видно цвет, не передается вообще цвет. Поэтому тут говорить за цвет я не буду. Я лучше промолчу, какого он цвета. Вот. Вот. Опять голубой. Голубой вот опять. Красавчик. Каждый сделан по-разному. Ну, немного так получилось. Вот. Чтобы красиво было. Потому что когда красиво, это очень-очень хорошо. А когда бы было все одинаково, то было бы это настолько идеально, что даже бы было бы нехорошо. А так у них есть что-то такое, что они какие-то особенные. Вот. На них смотришь и прямо душа радуется. Вот. Осталось вот два. Вот. Второй розовый цыпленок, ну, такой вот красивый цыпленок. Цветные цыплята, красивые вот. Вот такие замечательные цыплятки. Ну и последний цыпленок, вот белый. Цыплята, красивые вот. Чтобы они не испортились, у них вот такая вот коробочка с подставкой. Ну и в коробочке крышечка, вот. Они у меня уже не один год. Решил показать их на Пасху, потому что до Пасхи они у меня хранятся. Так, чтобы не испортились, вот. Поближе сейчас покажу, вот. Вот. Поближе. Вот такую красоту покажу. Да. Красота. Ну, красота. Прям слов нет, насколько это красиво вот. Сейчас цыплят поставим назад, для того, чтобы они не испортились. Потому что такие милые цыплята должны храниться. Вот. Первый цыпленок, вот. Его я буду показывать тоже. Вот опять. Зеленый цыпленок, вот.
Вот. Зеленый, цыпленок, вот. Как? Становится, вот. Вот так вот. Дальше идет желтый цыпленок. Ну, я их уже один раз показывал. Ну, покажу еще раз. Потому что таких милых цыплят я считаю минут 5. Минут 5 или минут 10 смотреть можно просто. Вот, чтобы смотреть. Вот. Такие вот цыплята. Вот такие вот цыплята вот. Зеленый вот такой вот цыпленочек. Садятся они вот так вот в подставку. Дальше идет голубой цыпленок вот. Прям слов нет, какие они. Какие они красивые. Прям слов нет. Вот идет желтый цыпленок вот. Вот первый ряд цыплят. Я посадил вот. Сейчас сажу. Сажу второго цыпленка вон белого вот. Очень красивый белый цыпленок. Мягенькие все. Ну, лучше их не тискать. Потому что если их начать тискать, прижимать или просто трогать, они либо запачкаются, либо просто испортятся. Что ни мне никак бы не хотелось. Вот. Это голубой. Розовый, то есть цыпленок. Голубой упал вот. Поэтому я задумался и сказал, что он голубой. Тут я извиняюсь. Извиняюсь, конечно, я тут не то сказал вот. Вот, кстати, тот, который упал, он, наверное, быстрее хотел, чтобы его показали вот. Такие милые цыплята вот. Милые вот такие вот цыплята вот. Вот. Розовый цыпленок. Розовый цыпленок — это такая вот красота. Вот. Мне он очень-очень нравится. Вот. Ну и последний, десятый цыпленок. Их всего 10. Последний белый цыпленок. Вот. Вот. Последний белый цыпленок. Вот. Вот. Так вот выглядят цыплята. Вот. Такие вот красивые цыплята вот. Просто умиление вот. Такие вот милые цыплята вот. Просто цыплята. Одно умиление вот. Они вот так вот выглядят вот. Цыплята вот. Вот так вот. Цыплята закрываются. Ну и хранятся. Кому понравилось видео, пишите комментарии, ставьте лайки. Буду еще вас удивлять не раз.